одни из самых моих любимых котлей. Гибридов сейчас цветут. Это крапчатые котлейки, которые гибриды с гуттатой, с акландией, с шиллерианой. Как вот это вот, например. Это гибрид. Ну, сразу видно, или аметистоглосса тут была замешана, или гуттата. Но, скорее всего, гуттата. И, судя по названию, навигет ли это по спинемеции, тут и написано, что... Лилия Гетлия интермеца там какой-то на котлею Пенникерода. А котлея Пенникерода — это всем известная группа, или еще их называют котлея Каудебек группа, прямо вот группа, потому что тут всегда 50% гуттаты. Котлея гуттата. Вот такой вот пышный факел. Получается вот такой вот букет классный, ароматный, конечно, спайсы. И такие цветочки немножко как бы разные. У одной губа побледнела, у другой поярче. Крапушки такие легенькие с двух сторон. Восковые совершенно цветы, без всякой мягкости лепестков. Прямо аромат такой вкусный-вкусный стоит вокруг. Я уже показывала пурпурату, яркую пурпуратку такую. В прежнем видео рассказывала. Вот тут вот красотунька отцветает уже. Вот и, к слову, еще вот такая вот красивая тилансия у меня цветет. Такие переливы тонов. Из ярких бледные, там цветочки обязательно голубые. Один за другим расцветают. Такая вот тилансия, я уже рассказывала. Это, наверное, гибрид какой-то. Вот. И вот эта котлея. Она так сама себе произвольно выбрала, куда ей расцветать. В одну сторону букет смотрит и в другую букет. Эта котлея называется Brazilian Midway. Ну вот, вся яркость бразильского карнавала. И желтый, и оранжевый, и такой ярко-фиолетовый. И это гибрид двух природных котлей. Это котлея Ладигессия и котлея Харрисониана. Ладигессия, она имеет коротенькие, не такие вот длиннючие бульбы. А Харрисониана именно вот такая, такая, порослее. Ладигессия среднего размера считается, а Харрисониана повыше. Ну и губа вот более такая открывается, этот лабелиум. Поэтому, мне кажется, вот этот мой экземпляр больше похож на котлею Харрисониану. Харрисониаи. Вот. И аромат. Вот, а аромат, так как это гибрид, как Ладигессии. Прекрасный, сладкий, очень вкусный аромат. Очень вкусно пахнет, а Харрисониана не пахнет. Вот, три бульбы цветут. Четыре цветка, три и два. Ажурненькая такая губа, в светлых тонах раскрашена. Но яркость цвета тоже говорит о том, что это больше Харрисониана. Ладигессия всегда побледней.
красота. Потерялась этикетка, но я помню название, и надо выписать ей этикетку и вставить сюда. И еще не все. Конечно же, ванды. Они вечные. Они цветут и цветут. Без устали. Цветут и цветут, цветут и цветут. А это гибрид Катлеи Дигбияна. Называется Биси Драганяй. Ладигиси Джим на Брасоволу Дигбияна. Какая-то там вариация ее. Вот такие красивые, грандиознейшие цветы, огромные. Губа пушистик такой, со складочками, оборочками. Ну, дигбияна. Очень красиво. Ароматная она. Да, я чувствую аромат. Приятный, цветочный такой аромат. Вот и такая ванда цветет, тоже ее показывала. Она уже отцветает, но верхние цветы живые, здоровые, очень даже красивые. Редкий цвет, очень я рада, такие светлые чернила, очень мне нравятся. Так, это тоже я показывала эту ванду. И гибрид Акландиаи. Еще один гибрид. Все это я показывала. Все это я рассказывала. О, как долго держится. Это Триангулум. Ой. Это Катлея Пурпурата. Какая-то разновидность корней. Вот, и ошибочный. Абсолютно ошибочная этикетка. Ну ничего. И Триангулум когда-то расцветет. Вот такая ванда. Ой, какие черные, великолепные цветы. Она душистая. Острый такой аромат. У нее жасминовый какой-то ванда. Култана Фрегранс на... Сиблинг. Култана Фрегранс, значит, и есть. Ой, энциклия расцвела. Я думаю, что за странный такой аромат везде меня преследует. Она такая душистая. Ой, какая же она душистая. Ну, аромат иногда приятный, а иногда неприятный из-за своей силы. Великолепное цветение. Вау. Вау, я даже не видела всех цветоносов. Сначала сверху расцвела она. Теперь я смотрю, еще и внизу добавились. Вау. Ой, какая красивая. Тут ваниль, приятно все. Но вдруг какой-то такой сок такой кислый, почти уксус какой-то яблочный, что не совсем приятно. Ну, такая энциклия. Она без названия. Название потеряно. Но я потом найду и вставлю это название. Ой, шикарнейшая совершенно. Вау. Даже не ожидала. И вот. Ох. Ну, это мой любимчик, конечно. Опять тут Катлея Кяудивик на Катлею Шилериану. Вот у Кяудивик, значит, все там самое главное, это гутата 50%, но скрестили на Шилериану, поэтому сразу она изменила свою форму. Нету таких
дылдочек таких, бульб длинных, предлинных. Вот и цветок другой, и только по два их на цветоносе. Аромат спайси. Ой, индийские спайси. И как много. Она цвела у меня, мне кажется, даже недавно. Был или один, или два цветка. Ну и получилось как бы и гутаты немного, а шалерианы тут больше, гораздо больше. Ой, какой глянец у лепестков. Вау. Ну такие они блестящие, такие аппетитные. Прям леденцы какие-то. Сладости такие восточные, пахнут соответственно. Ой, какая красота, как много их. Крапушки. Все, как я люблю. Все, как я люблю. Вот. Видно, что это такая среднего размера котлейка. Ну вот, очень похожа на шалериану, только губа не такая плоская у шалерианы. Вот, вот это вот шалериановская почти что губа. Если бы она только была более плоская, вот без вот этих вот таких фрильчатостей. И если бы лепестки были все тонкие, более изогнутые, вот как вот эти вот сепалии, вот эти вот наверху. Вот все должны быть тонкие, изящные, изогнутые лепестки. А у этой, конечно же, из-за гибрида широкенькие такие. Ну, петалии широкие. Вот. Как она пахнет, как я ее люблю, эту котлею. Скорой победы Украине!